В Чебоксарах открыта горячая линия по вопросам транспортной реформы. Сколько звонков уже поступило и какие вопросы самые актуальные в нашем материале. Здравствуйте, оператор, кто слушает вас? До какой улицы вы доезжаете у нее, остановка? Да. На 52-м. Будет автобус. Завтрашнего дня. Следом другой звонок. В день на горячую линию поступает до 500 обращений. Вопросы разные. Зачем изменили схему маршрутов? Как добраться до работы? Сколько будет стоить проезд? В нашем колл-центре 8 рабочих мест установлено. Все максимально они заполнены. В среднем поступает пик вызовов, приходится где-то с 10 до 12 часов. Да, наши операторы обеспечены поисковыми информационными системами. Воспользоваться поисковой системой можно самостоятельно. На портале buscheb.ru появилась специальная вкладка «Как проехать с 1 декабря». Сервис показывает все варианты поездок, прямые и с пересадками, а также движение транспорта в режиме онлайн. На другом сайте bus.chebtelecom.ru есть интерактивные схемы движения каждого маршрута с остановками. Для удобства горожан работает мобильное приложение «Умный транспорт». На Android его уже обновили, на iOS разработчик обещает в ближайшее время. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика.